так, что же было в этом матче? А было многое. Например, атака «Спартака», и Тимур Ким упускает первую возможность отличиться в этой встрече. Правда, как мы с вами знаем, потом у него их было предостаточно, и он и не воспользовался, в отличие от этого эпизода. Здесь Степан Дегтев, голкипер «Динамо», здорово действовал, вовремя дистанцию сократил и мяч отразил. «Динамо» тоже здорово атаковало. Денис Боков великолепно пробивал дальний угол ворот Данила Даньшина. И здесь Данил в шикарном полете мяч этот отразил, сохранив счет 0-0. Было много единоборств, много столкновений. К сожалению, были и травмы. По одному футболисту «Спартака» и «Динамо» покинули поле из-за них. Но это гол. Первый гол в этой встрече. На счету он Тимура Кима. Но, конечно, здесь весь эпизод сделал фактически Михаил Примак. На его счету голевая передача. Один из самых активных в составе «Спартаковцев» он был. Футболист под восьмым номером. Ну, а это второй гол. Здесь, безусловно, ошибка голкипера «Динамо» Степана Дегтева. На выходе он неуверенно сыграл. Видимо, это какие-то проклятые ворота, потому что во втором тайме тоже на выходе ошибется уже вратарь Данил Даньшин. И, опять же, второй гол в свои ворота он приведет. 2-0. Второй гол Тимура Кима в этой встрече. И «Спартак» на перерыв уходил со счетом 2-0. Это уже моменты второго тайма. «Спартаковцы» также начали его активно. Михаил Примак бил по воротам. Степан Дегтев уверенно мяч отразил. И шанс на хет-трик был у Тимура Кима. Но после удара головой Степан Дегтев мяч этот перекладину переправил. Вот, смотрите, фактически с девятки Степан этот мяч не вытаскивал. Ну а после этого случилось удаление в составе «Спартака». Капитан команды Никита Позников на ровном месте свалил в штрафной площади, заработал пенальти в свои ворота. Этот пенальти уверенно реализовал Иван Лепский, капитан «Динамовцев». И счет стал 1-2. Но потом начал нервничать голкипер «Спартака». Вот первый выход неуверенный и неудачный. В полупозиции остался Данил Даньшин. Мяч перекрыл штангу, прошу прощения, попал после удара Дениса Симонова. Очередная подача с правого фланга в исполнении «Динамовцев». И второй гол. Второй гол залетает в ворота Данила Даньшина. Я сказал о том, что он пропустил мяч после углового. На самом деле нет. Там мяч вполне мог залететь. И чуть было Данил Даньшин не запустил его в свои ворота. Вот этот эпизод. Это мог стать третий победный гол в исполнении «Динамовцев». Но все-таки арбитры этот мяч не засчитали, посчитав, что полностью он линию ворот не пересек. В итоге фиксируем ничью 2-2. «Спартак» остается на четвертом месте, «Динамо» на девятом. Матч это для вас комментировал Павел Чепурин. Смотрите юношескую футбольную лигу 2. До свидания.